вами стек. Замечательно. Ем кокос. Как говорил мой дед, будь собой. Сейчас это не в тему. Короче, создаем смешариков, которых мы еще не создали. Да, не создали мы много чего. Очень много чего. Первый шар у нас оранжевый, так сказать. Все, все, я собрался. У меня аж подворот раз подвернулся. Копатыч, руки у него сильные, он работящий, у него сад. Он кораблями машет целый день. Вот. Дайте мёда, мёда, пчёлы, где мне пчёлы, пчёлы мне. Медовуха. Так, ему нужно еще шляпу. Шляпы здесь нет, кстати. Шляпу я сделаю ему. Спорим? Вот если я сделаю ему шляпу, вы поставите лайк. Замечательно, я же умелый, умелый парень, смотрите-ка какой. Копатыч нашелся. Так, еще нужно ему самый главный ингредиент Копатыча. Нужно поставить мешочек для водочки. Нет, для меда. Для меда. Это для меда, чтобы собирать мед. Он же у нас этот пасечник. Вообще он не пасечник. И нужен. Он пасечник, у него там свой это медовый спас. Да? Да фу, он какой-то страшный получается. Он же. Он пчеловод. Он детский пчел. Персонаж, хватит. Мы создаем. Пчелы не кусают медведей. У нас канал очень правдивый. Мы создаем так, как они должны выглядеть. У нас реальные это... факты и топы. Реальные факты и топы. Во. Нормально. Копатыч, как рыгнет сейчас. И имя. Имя. Копатель Медлайн. Вечерком на пасеке херачу ананасики. Ну шо? Так, вот тебе вот, пожалуйста, создавай. Какое хорошее изначальное существо мне попалось. Ты делаешь совунью, да? Наверное, да, я делаю. Как раз цвет подходит. Да, цвет очень подходит. Начнем с самого выразительного. Это глазище. Зорки. У него будут. У него женские, женские, давай женские. Вот такие. Не-не, женские. Да нормально. У нее, они у всех мультяшные руки. Стой, подожди, дай-ка попробую. Быстренько. У меня идеи на миллион. Дерьмо. Да, подожди, дай. Твоя мышка дебильная, не работает. Смотри, да, что. Да. Я монтировать не могу эту мышку. Короче, ребята, значит, по 20 рублей, по 24 рубля на вебмане скидываем Сержу, чтобы у него появилась мышка нормальная. Да вот, нормально. Вот. Ну подожди, наш. У нее она птица, у нее кряки. Зачем ей ноги, если у нее нет рук нормальных? Алло. Теперь самое главное, это ее шапочка. У нее еще и шапка? Во! Вот. Вот эту, вот эту. Каска. У нее там каска такая. Замечательно. Мне кажется, сейчас прям вот. Вот, да, хорошо. Так, значит, второй слой у нас отвечает за шапку, по-моему, да, если я не ошибаюсь. А шапка у нее, ну, красная, она, грубо говоря. Все, нормально. Ну ладно. Давай, называй-ка ее. Так, как она? Как... Давай, диктуй. Да. Совушка. Лизунья. Описание. Как всегда, мы теперь будем стишками. Шла совунья по бревну, говорит, тебя найду. Шла. И пиписечку нашла. Очередь Сергея, так что посторонись, братва. Мы создаем барашка. Кстати, я сейчас все создаем. Ву! Тут есть барашки, охренеть. Бараньи рога, прямо у него. Я так счастлив видеть их здесь. Даже цветом подходит. Так, вот барашек. Мне кажется, барашек будет сегодня идолом. Стой, барашек-писатель. Он должен быть немножко помешан на искусстве. Не, у него, он, видишь, не досыпает. Он постоянно ночью стихи пишет. Да-да-да, стихи пишет, все там жгет. Самое главное, это его прелестный рот. Какая неожиданность, какой необычный рот. Почему он похож на негра? Да, это что-то такое негерский, это нужно этому пину. Все идеально вообще. Да. Теперь осталось ему еще конечность добавить, а то чуть забыл про них. Блин, нормально. Осталось окрасить его. Так, знаешь, по-мужски. А-а-а, стоп, какой окрасить? Нам нужно ему этот, придать немножко поэтичности. Усы? Не, стой, стой, тут нет усов. Вот есть усы? Вот такое вот, да. Цилиндр. Сэр Бураш. Бараш у нас цвета... Цвета стикера. О боже, фу, нет. Ну, нос красный, как будто он бухал, как будто. Короче, давай аббревиатуру. Интеллигентный. Бараш. Который бараш. И из его принципов можно отметить писательство. Стоп. Тихо. Минутка расшифровок. Сегодня я очень удивлен. Вы много писали расшифровок, все они прям вот, ну, некоторые крутые, конечно, некоторые не очень. Бывает такое. Вы на грани видите самые крутые, самые лучшие. И следующая расшифровка у нас будет Лукас. Такой типа намек на лайк, да? В общем, пишите свои расшифровки, мы продолжаем ролик. Последний сегодня персонаж под именем Нюша. Это подруга нашего бараша, так что она должна быть... Хорошей. Да, хорошей, такой добренькой свиноматкой, давай.
Давай сделаем ее очень сексуальной тёлкой. Да, вот, такой вот. Вот. Так как прям крыса такая. Это какая-то японка получается на самом японская деле. Японская крыса такая. Во! Такая, смотри какая. Стоп, стоп, удаляй, удаляй этот рот, удаляй его. Удаляю. Вот открывай вот, вот сюда, и его, вот он. Что за этот пошлый рот? Почему пошлый? Он... Как это называется? Ботокс, да? Да, бокстекс. Бокстекс. Так, ноги. Копытцы такие, да? Они у нас пара. Значит, пара копытные. Так, он присел, как будто пассать. У него ляхи выскочили. Что происходит? Какая-то застенчивая японка получилась. Я создал семью. Да куда вы уходите? Твори добро на всей земле. Тут ты дурачок. Так, а вот властняки, это я даже вот да, не знаю. Да, тут есть прически, должны быть. О-о-о, как раз это, под нашего этого, под бараша. Вот, такие кудряшки у меня есть. Так, она у нас девочка, у нее должно быть кольцо в носу. Нет, не там кольцо должно быть. Как это пан? Да куда ты, подожди. Пирсинг. Что, пирсинг не в моде, в 2K16-м, ты что? Во, она будет это... С кольцами ходить. Вот, у меня типа такие кольца на руках. Бежи, 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 бежи. А бантик можно и на волосяку сделать? О! Все. Ты смотри, как, а? Ну-ка, давай-ка, посмотрим. Окрашиваю в розовилку такую прям. Во. Отлично. Конечно, грязновато, но... Да нормально. Они там не моются. Да, кстати, ни разу не видел, чтобы смешарики мылись. Всегда чистые бегают. Замечательно. Ну, круто вообще. Имя существа, давай. Нет, давай-ка. Аббревиатуру. Мать. Свинки Пеппы. Рукою черную, хлебами спелыми, я шла дорогою, дорогой смелою. Сейчас, еще одно, чуть раз тише. Но нет преграды мне, прошла я 100 дорог. Свинячий мне пирог. Да! Хорошо, у нас выставка искусств каких-то. Да-да-да, самая творческая серия. Ну вот, друзья, поздравляю вас, поздравляю Никитоса, поздравляю сам себя, ставлю лайк, потому что мы собрали целую коллекцию смешариков. Почти ну, целую. Почти, там пин не хватает, но он черный, так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал, так что не забудьте заходить в группу ВКонтакте, там я создал специальный альбом, куда вы можете, не альбом, а обсуждение, куда вы можете заливать свои создания, и я потом их буду выбирать, и самые лучшие скриншоты ваших созданий попадут в следующий выпуск. Вот такие вот дела. Вот это крутота. В счет, вот Серега вот молодец, придумал, да? Молодец. Ну вот и все. Всем здрасте. Привет.